Немного моих рук, немного моего ножа. Третий раз меняю формы из опасной бритвы нож. То есть было лезвие длиннее, контролировать не было его длиннее. Почему? Потому что когда я делал буратин для фестиваля, там были форматы побольше, и мне надо было захват плоскости чуть побольше, ну, который рабочий момент. Сейчас, когда я настроился на танцоров, допустим, на 20-25 сантиметровых ребят и меньше, мне нужен контроль над лезвием опять и рычаги те самые, о которых я как-то видео выкладывал. Вот. В чем у меня еще есть момент, что, в общем-то, для продуктивности и экономики какой-то надо определенную скорость в резьбе находить, как Богородские резчики, допустим, там стилистика на минимальное количество порезок, это все очень выразительно ищется, делается серия. У меня порезок достаточно много, но у меня и задачи, в общем-то, другие в игрушке и вообще в резьбе. Я поймался на мысли, что у меня немножко как бы задачи другие, не овладеть ремеслом и использовать его. А ремесло мне показывает в каждый конкретный момент внутренне, тот ли я, каким бы я хотел, чтобы я был. Насколько по порезкам видно, ведь спокойны они у меня, как и мое состояние. Или они неуверенные и нервные, допустим. Нож очень хорошо углы свои нашел, допустим, когда нос делаю, вот, всем торопящимся девочкам и пробующим у меня обещания какие-то насчет сроков взять. Просто сядьте рядом со мной, когда я режу. Вот это не только нос, вот это все. Вот это все. Со всех сторон. Вот здесь. Это не только нос, но даже нос. Мне кажется, если я сяду серию носов резать, не каждый на попе выдержит просто терпеть, наблюдать за этим. Потому что, может быть, я в этом не прав, и надо просто морковку делать не курносую, а как у снеговика, может быть. Но я делаю такую, какую я делаю. И вот, по крайней мере, на лице времени я никогда не экономлю. Как, впрочем, и на других детальках каких-то. Во всех порезках буратин держит, там вот эта информация, она как, она же, она там, то есть тот либо там мир и покой мой будут, для того чтобы они там были, они должны быть во мне. Вот для меня важный момент вот того ремесла, которым я овладел, и почему я не устаю делать одно и то же, потому что это не одно и то же, как резьба. Это постоянное убеждение и утверждение в том, что я внутренне в правильном устроении двигаюсь. Нюансов много, конечно, и понятно, что мы не маленькие, не слепые, видим жизнь серьезная там и всякое, и грядут какие-то впереди моменты зрелости все больше и больше, и еще какие-то серьезные, вплоть до перехода и экзамена самого классного, интересного, удивительного и необычного. Но у меня есть какое-то внутреннее убеждение, какой я должен быть и становиться, в какую сторону развиваться. И это мое убеждение, оно вот в моей резьбе, в буратинах, и за это я
благодарен, в общем-то, судьбе, что это ремесло у меня сейчас в руках. Вот все-таки вращение тоже. Конечно, пальцы, наверное, устают и хотели бы отдохнуть. Но они же и крепчают. Все равно есть момент отдыха. Где-то можно поиграть на гитаре. Где-то пошевелить ими в других направлениях, чтобы мышцы другие поработали. То есть вот, вот это белое, это я выгрызал сейчас, менял форму ручки кусок. Сейчас покажу. О, отпилил сюда. И здесь убрал около сантиметра, наверное. Сейчас вот я ножиком этим колоссально доволен. Тот момент вот этот, тот момент вот этот. Перемещение вперед-назад небольшие. Рычаг. Очень моменты удобные. Так что включайте, смотрите. Это нос уже сделанный. А его ж надо еще вставить. Его ж надо из большого еще вот это все поймать. Симметрию справа-слева. Подойти сюда. То есть вот момент такой. Моментов таких в рутинке очень много. Вот, кстати, палочки буковые. Сейчас я тут, Леша у меня друг точит. Я ему заказал чубчики из бука сделать.